Ну что ж, сейчас нас с вами ждет по-настоящему зрелищный бой. Не побоюсь этого слова, потому что уже через несколько минут мы узнаем, кто же станет обладателем пояса весовой категории до 57 килограммов. Уже совсем скоро мы с вами узнаем это. Этот бой чемпионский, поэтому он продлится не 3 раунда, а 5 раундов. 5 чемпионских раундов по 5 минут. Это будет интересно. Ну что ж, бойцы в октагоне, я готов представить их вашему вниманию. Синим углу боец, представитель Республики Казахстан, вес 57 килограмм. Мастер спорта по ММА, чемпион города Алматы по боевому самбо, чемпион города Алматы по джиу-джитсу, чемпион Азии по джек-пи-джек, мастер спорта по джек-пи-джек. Профессиональный рекорд. Одна победа, одно поражение. Тренируется в команде «Алмаз Карандары» под руководством Алмаза Ализакова. Встречаем бурными аплодисментами Шукатаев Ерасыл и его соперник, боец в красном углу, представитель Кыргызской республики, город Бишкек. Вес 57 килограмм, рост 172 сантиметра, возраст 19 лет. Мастер спорта по ММА, призер по боевому самбо, чемпион Кыргызской республики по ММА. Профессиональный рекорд 5 побед, 0 поражений. Представляет команду Тагайби. Тренируется под руководством Тагаева Амангельди. Встречаем бурными овациями Нусратиллоу Тайгер Амангельди. Бойцы в центр. Зрители возле октагона будут за все снизу. Thank you.
цельно, зачем? Сапоги снимайте. В этом бою победу болевым приемом треугольник в первом раунде одержал и получает пояс в категории до 57 килограмм Шокотаев Ярослав. В октагон для награждения бойцов приглашается Турскулов Джиргалбек, лидер фракции Республика Атачур. Ассаламу алейкум, Туркуландар. Біріншіден бұл жеңісіме қазақша айта берейін. Бір туғанымыз бар, тілін түсінесіздер ғой. Біріншіден бұл жеңісім Аллахтың қалауымен баршамызға белгілі. Екіншіден соперникім Нусратилла. Характер жас болса да характер мощ дей бала. Оңай бой болмады. Қойысқа мықтылар жетеді ол мықты. Және де кешеден бері сіздер күтіп отырсыздар қазақтарды. Басқа ұлттарды, мен Қырғызстанға бір жет кеп тұрмын. Қонақтарды рахмет, жақсы екен. Кешеден бері бағана завтрак ішіп болып, обед ішіп болып, осы қонақтарға прогулка жасаған. Бізде Қазақстанда ондай кездестірмейміз, бірақ танымайтын 5 жастағы балалар кеп, ассаламу алейкум деп аңдысады. Танымайтын балалар не деген тәрбие, машалла. Бізге Қазақстанға қырғыздардан бір туғандар кеп тұрасыз бұрға. Бұрса біздерді келеміз деген үміттеміз. Бірлігіміз арасында Қазақстан Қырғызстан алға. Я должен делать, должен делать, должен делать то, что мне положено. Я знаю, будет сложно, но красиво сложено вылезти из кожи, но очень осторожно достать до вершин, что казалось невозможно. И вот я вижу цель, цель, рву на себе цепь. Я будто бы зверь, я свиреп, я готов, я креп.